какая длина у тебя сейчас? Ну так сейчас, наверное, так вот это, потому что что такое? Да, свежить, да? Да, но я хочу вообще чуть-чуть, я хочу волосы. Так, мы пришли домой, подрезали Софику волосы, но что-то Софик как-то. Софи, ну ты собрала просто их в этот. А ну, а, ну распусти, покажи. Ну, собрала и, ну, все равно не как-то. Короче, София хотела ровно, а у нас получилось. Овал. Овалы как-то. Ну, не то, что я хотела. Плохо видно. Ну тут выскублено. Вот, вот. Оно знаешь, как идет? Стой, оно стой. Вот тут неровно. Ну дайте, пусть она ножницами равняет. Завтра пойду к ней. Завтра пойдем, София, пусть переравнивает. Я стояла, оплачиваю. Да, неровно, смотрите. Вообще. Вообще. Завтра пойдем, пусть перестригает. Получается, знаешь, как. Я даже. Вот, вот. Сейчас, подожди, дай свет включу. Я хочу сказать... Говори, говори, говори. Я, ну, ну, я так не объясню. Да рассказывай, мы тебя слушаем. Ну, я вот на черной просто футболке смотрю. Ну, неровно, девочки, да? Ну, так, на свет мне повернись. О, тут, вот тут сюда встаньте, пожалуйста. О, вот так будет видно хорошо. Ну, неровно. Неровно, неровно. Там, смотри... Там выше, там ниже. У меня получается вот здесь, где начинается овал, у меня как-то идет вот так. Да, да. Вот здесь вот так как-то, ну. Ну да. Не получается, ровно. Мы, ну, София села подстригать, а я не, наличку не сняла. Мы шли, в банкомате стояло много людей, а по времени, я говорю, София, пошли, там можно картой платить. Ну, с карты на карту перекинуть. Вот. И София же встала, она ее расчесала, давай подстригать. Я говорю, можно на карту оплатить? Она, да. И я же стою себе, ввожу номер карты и не смотрю. Я не хотела, чтобы подрезали машинкой. И я, ну, стою ж себе, ввожу, чтобы не ошибиться, там номера, и все. И София раз, и слышу машинка, и она и машинка обрезает. И все. Потом как-то, ну, вот эта сторона, ну, неровно ж. Да? Все расстроились. Забыли мусор выбросить, вот эти коробки остались. Зашли в Лучано, купили вот такие вкусные, да? Ага. Такие кексы. У нас изюма много, надо нам самим таких спечь. Да, много. Но мне не хотелось сегодня печь. Потом купили вот таких вот трубочек с кремом. С кремом. Дальше, сейчас, девочки, вам покажу. Подостаю. Потом вот эти вот шоколадочки были по акции. Батончики. Почем они? 10 чем-то? 10,90. В Лучано. Так, а где еще сумка? Так, зашли в Еву еще. Купила еще вот этих тряпочек. Мне они очень понравились. Они были сейчас по акции. Вот, так что взяла. Думаю, пусть будут. Потом станки вот такие. Ну, они не по акциям, просто надо было купить. Потом видела, девчонки хвалили вот этот вот саво противоплесневый. Но у меня такой плесневый немае в кабинке. Ну, иногда бывает там, что, ну, собирается, вот в уголочках может подтемнеть. Я смотрела, девочки видео снимали, у них прям сильно была плесень, и они вот этим вот средством выводили. Ну, мы потом с вами попшикаем, проверим. Без акции, правда, девочки, было. Что еще? Что еще? Потом вот эти вот взяла по акции были цветочки ставить в унитаз, шприц. Помните, девочки, шприц? Он и аромат дает, и, в общем... Ну, как очищает, дезинфицирует, я так думаю. И взяла краску. Краска была по акции, и вторая была за полцены. Ну да, минус 50%. Взяла вот такую вот краску. Ультрачерный. Я брала раньше, знаете, какой? Синий, черный. А это перестала брать. Просто ультрачерный 1+ гарнир.
все. Больше не еще что. А, София себе блеск купила. Сейчас найду. Вот. Патриция, да? Ледо. Просто прозрачный блеск для губ. Она перед этим купила девочке блеск. Мне его отдала. Сейчас я вам покажу. Сейчас надо все в ванну поотносить. Иду в ванну. Я говорю, София, уксус мы купили. Мы вчера забыли уксус купить. И сегодня забыли уксус купить. Господи. Надо со списком пока ходить. София себе покупала... Что она покупала себе? Что в Еве покупала? А, тушь для ресниц она брала и купила блеск. Вот такой вот блеск. Вот. Она приходит, красит губы. Он обычный, прозрачный. Дает мне, я говорю, дай мне. Девочки, он начинает щипать, а он, ну, типа, увеличивает губы. Ну, понятное дело, что оно ничего не увеличивает. Ну, такое ощущение, что тебе перцем насыпали, и оно вот так щипит. Ну, я говорю, ну, оставляй, я буду иногда мазюкать им. Ну, она говорит, мне не нравится. Я говорю, ну, я на себя обычный взяла. Так. Смотрю на кабинку. Сейчас тут поубираю. Вот, девочки, видите, вот там в уголочке начинает темнеть. Ну, тут бывает желтеет, и там брызгаю. Сейчас попробуем. Я эти отодвинула с крабики. И тут вот такие некрасивые. Сейчас запшикаем. Сейчас сразу с вами и проверим. Так, сейчас мы с вами вот так запшикаем все. Вот видите, тоже желтые. Но мне вот это черное, то не нравится. Там он, видите, в уголочке. Ой, вот тут. Так, запах не пойму. Но такого химозного запаха пока я не чувствую. Все, услышала запах, запах хлорки. Может быть, просто можно было девочке и доместосом залить. Ну, ладно. Посмотрим. Да, хлоркой пахнет хлорка. О, девочки, хлоркой пахнет сильно. Почитала я в инструкцию. Да я в кухне была, читала. О, хлоркой добряче пахнет. Оставить на 10-15, там 20 минут и потом смыть водой. Ну, проверим. Но я все равно еще щеточкой, зубной щеткой старой почухаю. Потом вам скажу. О, хлорка пахнет вообще. Написано, можно и швы чистить. И для кафеля, и для пластика. Ну, для много чего можно использовать. Вот. Ну, запах такой, как, ну, белизна. Белизна и белизна. О! Так, тряпочки купили. Может, тряпочки маме отвезу, отдам. У меня-то целая упаковка. Мой телефон разрядился. А маме отдам. Пусть пользуется. Так, что там, крылышки стоят, надо их сейчас помешать. Время сколько? 3 часа только, еще рано. Пусть стоят еще часик, маринуются. О, бачите? Это потому что я не смотрю на себя в камеру, смотрю, ой, не смотрю на себя, а смотрю в камеру. И тушь не вижу вечно, как я выгляжу. Так, девчонки, почитала комментарий под вчерашним видео утром мои. Воспоминания из детства. Спасибо вам за добрые слова, такие написали. Спасибочки. У Софии начался урок по музыке. И еще вам огромное спасибо по поводу кофе. Написали, как варить. 3 раза должна подойти вот эта, подняться пеночка. А у меня 1 раз. И вот, ну, я чувствую, вот эти зернышки плавают и попадают в чашку. Ну, хочется еще, как бы, кофе не сварился, в общем. Спасибо, кто написал. Так, отчет, видеоотчет, девчонки. Почистила я раз и потом нанесла еще раз. Ну, я вам скажу, что как было здесь желтое, так оно и осталось. Вот тут как от баночек пятно, видите, вот круг. Так и не вымылось, и там ничего не вымылось. Ну, так, вроде как пробуешь, оно гладенькое.
пахнет, как в бассейне. Но аккуратнее, девочки. Я чистила, даже лицо закрывала полотенцем, потому что, ну, хлор такой сильный. Ну, когда промоешь, вроде бы сейчас приятно. Запах сейчас как в бассейне. Ну, а так, нет, мне не понравилось это средство, так что, не знаю, зря его купила. Я не советую. Ну, не работает оно. Ну, может, если там сильная была плесень, но... Не знаю, может, это у меня и не плесень, а просто вот такой стык темный. Ну, все равно там как вот темное. Ну, в общем, как-то так. Пуська поела, ложись. Это, что я вам скажу? Обычный уксус, если развести с водой и побрызгать, вот этот желтый налет убирает лучше всего. И дешево, и сердито, девочки. Пришла подружка моя. Наелась? Ты хорошо поела? Мама тебе там и перчик дала. Боже, у тебя мордочка вся в рисе. Рис засох. Так, чуть-чуть перца не доела, но я многовато и нарезала. Ну, пусть стоит, она может погулять, потом еще съест. Ой, ребята, хлоркой этой воняет на всю квартиру. Фу. Мне кажется, я и надышалась, и мне такое ощущение, что я дышу этой хлоркой. Выхлоп хлорки. Не знаю, не понравилось мне средство, так как я ожидала, что оно будет там супер-пупер работать. Нет. Так, я крылышки. Наташа. Духовку включу. Выкладываю крылышки. Решила, я не буду в рукаве запекать, буду вот так. Вот так. Сейчас мы их отрядиком повыкладываем. Ой, посмотрела я только что новости. У нас по Мирнограду. Ой, там два дома вообще, девочки, не осталось от домов ничего. Частный сектор, дома. Сравняли с лицом земли. С землей сравняли. А бабушка с дедушкой там живут. И они иногда там ходят где-то ночуючи в подвале, они там себе оборудовали. И в этот день ушли ночевать. Ну, можно сказать, так спасли себе жизнь. Так. Надо уместить все. Надо уместить как-то все. Да. Они сейчас позапекаются, а я потом в конце еще намажу тот соус терияки, у меня остался, и я его использую. Я и квартиру уже только что проветривала. Ой, хлорка это. Хлорка воняет ужасно. Так. И еще осталось 3. Ну ладно, нормально, да? Вот так пусть будут. Ой, ой, ой. Соус. Не выливаем. На улицу пошла, кинулась, девочки. А, кольца нет, думала, потеряла. А я крылья вымешивала, сняла кольцо. Ну, пусть там будет. Дась больше, дась меньше. Вот такие красотки. Крылышки красивенькие получились. Даже, ребят, не знаю, смазывать мне их соусом терияки или не смазывать. А ну резкость. Только достала с духовочки. Ой, красивенькие вообще. Или смазать. Я прям растерялась. Наверное, смажу. Только вот этим. Соус. Соус терияки. Сейчас на кисточку. София, я говорю, давай кунжутом присыпь. Она говорит, давай половину присыпем, половину не будем.
Оно сейчас еще красивее станет. В общем, сейчас я их помазюкаю. Я их тут и соком поливала. Так. Ладно, буду я сейчас и присыплю кунжутом. Будет вкусно. Так. Я отправлю еще минуточек на 5-7 в духовочку. Так, все, девочки, достала. Не знаю, София, я тебе вот не присыпала кунжутом. Она говорит, не надо все посыпать. Вдруг не понравится. Так, давай мне. Я первая начинаю. Да я не буду походить. Пробовать. Такие зажаренные. Красивые. Вкусняшка. Ой, вкусняшка. Будет вкусненько. Честно вам говорю, крылышки были невкусные. Мне не понравился этот маринад, что я там наколбасила, накрутила, навертела. Лучше бы я сделала просто соль, перец и майонез, и все. Мне не понравилось, в общем. И Софии тоже. Удовольствия и не получила. Бывает и так, девочки. Все, тогда я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Не делайте так, как я.